добились у Ковальчука круглый стол. То, что мы, в принципе, и планировали. Завтра здесь будет представитель Национального банка Украины, Министерство финансов, администрация президента и фонд гарантирования вкладов физических лиц. Ковальчук сказал, что ему надоела уже ситуация, что он может сделать, он может поспособствовать этому круглому столу. Мы должны выйти с конкретным предложением. Наше конкретное предложение вы знаете. И завтра мы будем со всех спрашивать, почему их не устраивает такое предложение. Почему мы полгода подаем это предложение, они нас не слышат, не хотят пойти навстречу вкладчикам, причем с бюджета мы не требуем дополнительных вливаний. Пока все. Сейчас мы должны двигаться к фонду. У нас очень много дробильщиков есть. Да? Мы выстояли, спасибо вам большое, 200+. Рекомендую вам также идти под фонд. Нам нужно фонду донести мысль. О переносе конкурса. Потому что конкурс завтра заканчивается. Нам нужно попросить и требовать у фонда переноса конкурса. То есть, если они завтра запечатают, да, продление. Если они завтра запечатают это решение, нам уже сложно будет что-либо здесь разговаривать, потом и менять. Согласны все? А теперь я хотела бы, напевне, пару таких громких выкриков, да, напевне, скажет, пане президенте, вы наш гарант. Ви наша остання надія. Давайте. Вони всі чують це. Давайте. Пане президент, ви наш гарант. Ви наша остання надія. Пане президент, ви наш гарант. Ви наша остання надія. Пане президент, ви наш гарант. Ви наша остання надія. Дайте ще Юлі слово. Тихо, не розходимося. Юля, їм більше людям понімати не треба. Я просто ерунду. Ниже микрофон. Смотря месяца, я добиваюсь только одного, чтобы наши вклады, как часть активов и часть пассивов, были переданы в Державный ощадный банк. Вы все поддерживаете? Да! Юля, о чем мы говорим? Ты что, шоу, блядь, зарубила, че шо тут? Я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы вы понимали, что есть определенный срок для... Заключение этих депозитов. Юля, пока не решите пощаду, не давай. Ты же мне пощад пивроку говорила. Возьмите, я дура, иди. Вот это дура сама. Люди все знают.